Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня на моем канале стукнуло целых 60 подписчиков, ребята. И да, ребята, чуть не забыл, топ-комментах попадают Йоши Кейк, Хир Йоши Кейк и Плюша Кэт. Спасибо за комменты. Ну а мы переходим к следующему. Когда ролик с блином? Ликс, когда ролик с блином? Да будет, подожди. Ребята, ролик с блином. Да, ребята, я задал опрос на канале делать мне ролик по приготовке блинов. 75% проголосовало за да. Из 4 голосов. Ждите в ближайшие дни. Могут быть. Точно слово дать не могу. Однако они могут быть. Извиняюсь за задержку, что он не выходит, конечно. Но, ребята, я за сегодня набрал целых 2 подписчика, ребята. Это для меня быстрый актив. Я мог раньше максимум набрать 1 подписчика в день. Однако, а вот сегодня я набрал целых 2. Прикиньте. И кто-то скажет, это маловато. А вы попробуйте создать канал, не выкладывая туда своих мимов. Выкладывайте свою полную всякую дичь, выкладывайте на свой канал. И не пишите хэштеги. И плюс не рекламируйте свой канал со основного, например, там тысячника, миллионника, не знаю, 100-тысячника. Поэтому говорю, вот попробуйте на таких каналах сами сделать что-то и не выкладывать про это ролик. А если вы выложите, ну, естественно, подпишутся с вашего основного канала прямо на вас. И да, ребята, не забывайте. И, ребята, вот что хочу сказать. Да, я сегодня выложил ролик про деревню. Почему-то мои ролики про деревню, они набирают просмотров побольше, ребята. И я не пойму, почему так. И да, ребята, знаете, в любой момент может начаться атака малолеток, которые имеют в себе 1000 подписчиков или 500 подписчиков. Могут, например, на меня рейд сделать, ребята. Атакуйте в ответ. Я тоже с вами, ребята. Просто будем противостоять. Помните прошлый рейд? Победила дружба. Ну это ладно, ребята. Однако посмотрите трек «Москва». Заметите, с двух лиц были замечены плохие слова. По типу могли они быть как и хейт. Ребята, но, не забывайте, атакуйте их. Я считаю Рунди солдатом, потому что Рунди, Плюша, Плотина и остальные мои основные живые подписчики, которые смотрят меня, они в ответ атакуют тех, кто наводит вражду на мой канал. Ну, особенно Рунди. Кстати, если Плюша, Рунди, Плотина, если вы все смотрите данный видеоролик, не забывайте ставить лайк на это видео. Неправильно показал. И да, ребята, те, кто не подписан, нажимайте на черную кнопку подписаться. Я думаю, вы меня услышали. Думаю, вы меня поняли. У меня набралось целых 60 подписчиков. Всем удачи. Всем пока. Покидули.